Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы играем с тобой в веселую бургерную ферму. Я запустил ее, тут, видишь, аж музыка закончилась. Зашел в параметры, тут по графике посмотрел, все дела, настройки звука, настройки управления, вроде тут все как бы как, точнее, все просто. Субтитры включил, русский язык включил, поехали, посмотрим. Это хоррор, поэтому там не оставляйте мясо на открытом воздухе слишком долго, оно может испортиться. Что-то там было сказано про эпилептиков, мол, не смотри, все очень будет плохо. Не зря называют чипами фабрикования реальности. Я слышал, что они собираются сделать это обязательным для всех сотрудников. И что, нам придется устанавливать их в собственные черепа? Я бы не удивился. Они любят искать короткие пути для экономии средств. Они не могут повысить нам зарплату, хотя бы столько лет здесь проработали, а на модные чипы контроля сознания потратят все деньги мира. Да, так и всегда и работает. Так, этот чип контроля сознания выглядит надежным. Давай заштопаем его. Хорошо, давай покончим с этим. Слушай, у тебя на обед какие планы вообще? Будильник звенит, просыпайся, говорит нам. Ну или хрен его знает, может это было совсем не сон и... Опасно готовить одному, возьмите тоу. А что такое тоу? Или это игрушка? Той? Хрен его знает. Я, короче, намандюкался с этой игрушкой, с этой записью. Здесь просто ужас, просто она не записывалась ни хрена. На работу идите, здоровье, энергия, инвентарь. Инвентарь у меня есть. Опа, ни хрена себе, круто. Приготовление бургера. Сначала возьмите нижнюю часть булочки, положите ее на доску. Доска это вот это вот, я понимаю. Нижняя часть булки вот. Беру, кладу. Ну. А, вот так. А теперь возьмите по одной... части, одной порции каждой начинки. Так, ну хрен бы с ним, вот на тебе вот это вот, на тебе вот, вот это вот, вот это вот, ну и, наверное, сыр надо побольше, лучку порезанного, естественно, помидорчик, и положите котлету для бургера, приготовьте ее, положите на бургер, а где котлета, вот она котлета, ее сначала надо пожарить, надо сюда, подожди, вот сюда вот надо положить. Сколько здесь ждать нужно? Чего ждать нужно? О, прыгать могу. И бегать могу. И что удивительно, могу приседать. Хватит уже готовиться. Она же цвет поменяет наверняка, да? Как она отобразит нам свою приготовленность? Да черт ее знает. Что-то вообще ничего не происходит. Она уже там коптится, мне кажется, она уже сгорела. Да хрен бы... О! Долго. В конце положите верхнюю часть булочки. Ну, это естественно. Без верхней части булочки это не булочка вовсе. И нельзя это назвать полноценным бургером. Обслуживание клиентов. Всем клиентам необходимо подавать еду в пакете. Внимательно смотреть на то, что именно... Чё, подожди, там что-то пробежало. А, нет, это показал. О, фонарь. Смотреть, что именно они заказывают. К счастью, этот конкретный клиент непривередлив. Берите пакетами... которые лежат на столе. Примечание, как только заказ упакован, назад дороги нет. Поэтому будьте осторожны и особо внимательны. Положите бургер клиента в пакет, позвоните в колокольчик, чтобы взять пакет с доски. И подайте, бросьте его клиенту. А где клиент? Собственно говоря. Положите бургер клиента в пакет, позвоните в колокольчик, чтобы взять пакет с доски. А, нужно положить пустой пакет. Я что-то не особо просто понял. На. Забирайте. Кто здесь ночью придет за бургером, в конце концов? Счастливица. А ты кто? Все, сожрала меня счастливица. Ваш коллега Тоу, он любит хорошо прожаренные бургеры и обнимашки. Вот это я сейчас пересрал. Оно пошло за мной. Идите на работу. Пойдем на работу. Используйте руководство для работников. Мы настоятельно рекомендуем изучить руководство для работников. Работа скромной бургерной счастливицы. Скромная бургерная счастливица имеет свои преимущества, но это не значит, что она станет легче, ведь управление рестораном — это работа на полную ставку. Кнопку руководства, чтобы продолжить. И как здесь работать? Управление, статистики, расходы, обучение, ведение. Ваш первый день, порядок работы управления рестораном. Обучение.
Приветствую нового работника. Если вы посчитаете, читаете это, поздравляем. Вы приняты на работу, прежде чем начать. Прочитайте это руководство. Давай дальше. Ох, меню. Возьмите охлажденные котлеты и бросьте их на гриль. Положите на поварской стол одну нижнюю часть булочки и по одной порции каждой начинки. Добавьте говяжью котлету, чтобы сделать высший восторг. Добавьте ломтик свинины, чтобы сделать сэндвич «Поросячий пир». Добавьте сочный кусок курицы, чтобы сделать птичий праздник. Короче, говяжий — это высший восторг, а все остальное по животным. Наггетсы из лосося и картофеля фри. Блин, так вкусно звучит. Возьмите картофель фри, наггетсы из лосося из одного пакета. Или из первого пакета. Положите во фритюрницу и ждите окончания готовки. Выньте и перед подачей на стол положите на поднос с подогревом. Круто. Горячие пирожки, печенье. Перед подачей на стол поместите в духовку и испеките. Нажмите красную кнопку, чтобы... Мне кто-то в правом ухе заговорил. Нажмите красную кнопку, чтобы начать готовку. Наполнять стакан по требованию каждого клиента. Хорошо. Так, дальше у нас с тобой ничего нет. Короче, печеньки просто в духовку на красную кнопку. Вот это все, вот это самое сложное. Ой, тихо, что такое? Здесь вроде ничего нет. Здесь вроде тоже ничего нет. Ну, пойдем. Взаимодействие с миром. Попробуйте открыть дверь, взять рацию со стейком. А, со стойки. Ваш босс будет звонить время от времени и слушать внимательно. Привет, дружок, хорошая новость. Тебя приняли. Компания выдала эту рацию. Так и есть у всех работников бургерной. Так что никаких фокусов. Просто здесь работает в одну сторону, так что мне ты позвонить не сможешь никогда. Поверь, если тебе что-то понадобится, я буду знать. Не опоздай на свою первую смену. Так, здесь нужен пароль. Здесь закрыто, ни хрена непонятно. Так. Что творится? Здоровье и энергия. Следите за показателями здоровья и энергии. Если вы устанете и слабнете, купите в торговом автомате еду или кофе. Хорошо. Здорово, зомбак. Я смотрю, ты это. Частый посетитель моей забегаловки-то. Самое важное в этой игре — деньги. Да везде деньги самая важная часть в игре. Ой, в игре. В жизни везде. Ой, не на то нажал. В жизни самое важное — это деньги. Примите душ, мгновенно восстановитесь. Но, опять же, деньги важны только для того, чтобы осуществить все твои мечты. Ой, побежали. Фу. Если ты в солидной части города, а ты не в ней, то ладно, в другой раз. Знакомый агент по недвижимости заверил... что однажды здесь что-то построят. Поболтали, хватит, пора на работу, дружище. Автобус, но в ремонте он, да, я понял. Лучше не опаздывать, поверь мне. Я особо не опаздываю, я просто... Так, хэппи бургер. А, здесь единственный указатель, да, вообще только на бургерную. Напоминает постал сразу. Бургер — это ложь. Бургер — это булка с мясом, а не ложь. Ложь — это... И не ложь, а клади вообще. Ресторан. Добро пожаловать в твой дом вдали от дома. Скромную бургерную счастливицу. Внутри полный бардак, но не волнуйся, через пару смен все заработает. Считай это тренировкой. Давай тебя вот так вот заскриним, просто чтобы ты был на этом, на превьюшке. Не вздумай красть продукты. Вырубай свет, включай духовку, отмечайся, зажигай вывеску, открытый, приступай к работе. Тут, наверное, есть дверь нормальная, но я зашел, как всегда. Таймер заказов. Так, здесь у нас с тобой что находится? Здесь пакеты для выдачи заказов. Здесь тоже пакеты для выдачи заказов. Что еще здесь есть? О, мужик, привет. А ты мне помог... Тоя. Тоя менеджер.
Да, ты, скорее всего, мне помогаешь. Ладно, помогай. Хрен с тобой, золотая рыбка. Ой, разыскиваются, что ли? Employee of the month. Я понял, ничего не понял. Пойдем дальше. Здесь, короче, находится все. Ой. Туда бомбы надо сбрасывать. Что это такое? Это толчок, что ли? Толчок, скорее всего. Короче, говядина, свинина, курица. Это все для фри. Это, я так понимаю, это картошка, это лосось, это печеньки, это пирожки. Что за музыка такая напрягающая? Я пытаюсь разобраться в игре. Подождите, пожалуйста. Кичен свет. Блять, я его выключил. А, спринклер, это что такое? Отрезатель, наверное, какой-то. А, запертые двери, найдите, попробуйте это самое. Угу. Я пришел вовремя на рабочую смену. Отметился перед началом и концом своей смены. Перед началом отметился же? Отметился. Зажгите вывеску открыто. А где ее зажечь-то? Вероятно, где-то поблизости. Но там кнопка не работала, поэтому... Да, подожди, наверное, она на выходе. Вывеска открыта. Снаружи должна быть. О, пошло-поехало. Дверку я закрою, пожалуй. Мужик, ты меня только не предавай. Что делаем? Одна же вывеска открыта, а то же ведь мало ли тут их 2, 3, 4. Там-то нет больше ничего? Нет, смотри-ка, все, опен. О, пришел первый дружочек. По звукам это какой-то киборг. Возможно, так и есть. Иди по прямой, пожалуйста. Хватит петлять. У тебя что, есть какие-то секреты от меня, девушка? Ух! Делюкс без томатов. Делюкс без томатов. А как его готовить-то, ребята? Хэппи делюкс. Хэппи делюкс, блядь. Хэппи делюкс. Управление, действия, статистика, расходы, обучение. Я, может, что не понимаю? Подожди. Ладно. Будем считать, что хэппи делюкс это хэппи делюкс. А рецепты где-нибудь есть? Пожалуйста. Хэппи делюкс. Без томатов. Ладно, давай булку сделаем. Хрен бы с тобой. А, хэппи делюкс. Вот она, ёб твою мать. А печь... А я потерял. А где я? Где здесь жарить-то? Вот жарить. Мужик, жарь. Нужно включить приборы. А как включить приборы-то? Как их включить? Как их включить? Как их включить-то? Включил приборы. Пошло жариться. Хэппи делюкс без томатов. Так, булка. Булка, 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 булка. Где булка? Булок здесь нет. В сральном ведре тоже булок нет. Пойдем туда. Вот здесь где-то наверняка лежат булки. Хрен. Нет здесь булок. Вот здесь булки. Наверняка где-то здесь валяются булки. Посередине. Вот булка. Булка нижняя. А где оставшиеся... А, вот они. Раз. Два. Три. Да что такое? Четыре. Пять. Это нижняя часть. Это мне не нужно. Мне нужна вот эта. Вот так. Ура! Булка готова. Блять, упала чуть-чуть. Ну и ладно, ничего страшного. Так, а пакеты где? Вот они, пакеты. Чего? Эй! Так. Пошел отсюда. Таймер заказа. Второй заказ, давай. Ни хрена там очередь. Не вижу ни хрена там, что написано-то. Фантастический фоул сэндвич без пикла. Что такое пикл? Пикл. Слишком долго выполнять заказы в вестибюле. Что такое пикл-то? Пикл, 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 пикл. Чё? Трюмошка разбитая, ля. Ну кто так делает? Выключи. Черепа космос.
как здесь неприятно, я в какой-то общаге живу, да, или... Или как это называется? Общежитие, наверное, здесь так много людей. Спасибо, счастливец, но твой бургер в другом ресторане. Вот Тео, он тоже бежит со мной на работу. Торопится, спешит. А зачем, подожди, а знак стоп посреди дороги здесь зачем? Слушай, а может... Побежали, да? Побежали, побежали, побежали. Как же мы без тебя-то? Ты же здесь самый главный персонаж. Мы все находимся в симуляции, я так понимаю. И эта симуляция... В эту симуляцию нас погрузили для какой-то... Не знаю, возможно... Не знаю, какой-то... Какой-то странной цели, типа, ну... А для чего все это? Я же в симуляции. Не оставляйте мясо на гриле слишком долго, но может подгореть. По моему мнению, оно и так слишком долго находится. Тебя ждет сногсшибательная работа. Сегодня тебе не только фритюрница с картофелем фри и наггетсами. Еще ты будешь подавать из автоматов для коктейлей и безалкогольных напитков. Я даже еще и фри не делал. Пакет в фритюрницу, чашку под краник, ясно? Хорошо. Как ты успел прийти сюда? Все мои обязанности будут выполнять роботы, если мне повезет. На самом деле-то это... Эй! А, нужно... Open надо нажать. Open. Да, включись ты, блядь. Я люблю ходить через вот места, которые не предназначены для ходьбы в принципе. Включил все приборы. Ожидаю своего первого клиента. Вон он идет. Идет себе спокойно, даже не подозревает о том, что я его сейчас порадую таким прекрасным питанием. Питанием, да. Давай, пожалуйста, побыстрее. Чем быстрее ты закажешь, тем быстрее я тебе все сделаю. Мужик, здорово. Ух, шейк-шейк. Поппин' порк сэндвич, no onion. Поппин' порк сэндвич. Без лука. Пам, парам, парам, пам, пам. Без лука самое главное. Лук главное не наложить по привычке на автомате. Но думаю, что у меня все получится. Давай, 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 давай. Жарься. Дружище, от тебя ни пользы, ни вреда. Ты просто здесь тупо стоишь. Что-то у меня... Что это такое? Крипота какая-то началась. Какая-то крипота прям началась, слушай. И шейк-шейк. Погоди, шейк-шейк. А где стаканчики-то? Вот стаканчик. А шейк-шейк, это что такое-то? Я, может, что, не понимаю? А! Не-не-не-не-не-не-не-не, вы... Софт-дринк, блядь, шейк-шейк ему нужен был. Вот этот шейк-шейк? Да. Вот он шейк-шейк-то, блин. Это чисто от этого, от фирмы подарок тебе, дружище. Блядь, засрал заказ. Я бы успел, если бы знал, как делать. Число. Дружище, на. Блять. 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 Кто ты? Куда ты побежал?
Зачем ты меня ударил? Зачем ты такие вещи вытворяешь вообще? Что ты вытворяешь? А зачем ты так делаешь? Дайте мне заказ, пожалуйста. Блять. А можно? Нет, я хотел просто перезайти, немножечко перезайти и переиграть уровень. Просто хотел перезайти, переиграть уровень, больше ничего. Да давай, 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 loading simulation. Продолжить. Надеюсь, он начнется с нового дня, то есть новый день. Второй день у нас с тобой пойдет. Да, второй день начался. Отлично. Взял там все? Да, все взято, все прочитано, все сохранено. Научились мы с тобой делать софт-дринки и шейки-шейки. Просто... Ну, а здоровья-то у меня нет. А куда делать здоровье? Мультфильм «Веселье на ферме» стал самым популярным что-то там. Пойдем, Той. Тоу. Пойдем с тобой это... Ой, перейдем дорогу и пойдем радовать людей своей пищей. Свежеприготовленными бургерами, газировочкой и холодными коктейлями из мороженого. Просто на самом деле я как-то даже немножечко я перепутал здесь все, все эти кнопки перенажимал, не то натворил. И из-за этого я решил переиграть. Что, гриль долго не нагревался? Проверьте выключатель прибора. Хорошо. Так, идем сюда. Закрывай дверь. А, сначала нужно отметиться. Ладно. Хрен с тобой. Да зачем? Зачем я вообще так делаю, не знаешь? Я тоже не знаю, просто по приколу мне. Беру эту, включаю свет. Робот-пылесос. Круто. Включил вывеску. Включил все приборы. И жду клиента. Открою камеру холодильную, чтобы сразу она у меня была, чтобы я туда... Бежал, и все было, все было сделано практически. То есть просто нужно будет забежать, взять котлетку и пожарить. Ой, женщина, женщина, давай быстрее, пожалуйста. Там за тобой еще одна идет. Как вас много-то. Что у тебя тут? Короче, нужно... Свиная котлета без... Лука и два шейка-шейка. Угу. Делаем, значит, вот это вот беру, беру вот это, беру сразу вот это и без лучка делаю тебе бургер. Хорошо. Хренак, 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 хренак. А, беру. Пойду шейк-шейк сделаю. Котлет готов, нет? Блять, побежал кто-то. Что происходит? Что за музыка играет? Это стоит, делает, и я вообще не понимаю, что от меня кто хочет. Так, 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 шейк и шейк, говорю, возьми. Довольная пошла, смотри-ка. Заказ отличный, просто. Так, тебе нужна картошка фри. Еще один сэндвич без литуса. А литус это, наверное, зеленая жижа. И софт-дринк. Самое главное, свиная котлета. Свиная котлета. Без латука, наверное. Вот этот латук. Хрен его знает. Это точно не сыр, это точно не вот этот, не репчатый и не помидоры. Остальное хрен бы с ним. Так, софт-дринк, оп,
Угу. И что тебе еще нужно? Фри картошку нужно. Так, берем котлету, которая уже чуть ли не сгорела. Да, все правильно. Так, что там надо было сделать? Софт-дринк есть и картошка фри. Картошка фри. Картошка фри, ты где? Картошка фри, ты где? Вон там картошка фри. Фриз, вот она. Вот она, и бросаю ее. Блядь, а куда бросать-то ее? А я не умею ее готовить-то. Точно не здесь. А куда? Вот так вот, а я понял, все. 15 секунд, серьезно, 15 секунд осталось. Я просрал заказ. Да, просрал. Сейчас свет погасит, блин. Что-то творится? Ну, блин! А пакетики для картошки нужны, нет? Или здесь все и так работает? Как вообще понять, что она приготовилась? Сколько времени должно пройти? Хрен с тобой, ладно. У вас уже есть пакет. А куда должен положить-то этот пакет? А, вот. Питайся, женщина. Так, оставшееся время еще минута 45. Тебе что нужно? Две картошки фри. Ух, блять, это просто. Надо, короче, сразу наготавливать. Надо сразу наготавливать картошку. Я понял прикол. Две картошки фри. Без огурчиков и сальмон наггетсы. Хорошо. Давай картошку сразу кину пожарить. Как-то я сразу на две закинул. Блять, не получилось у меня по-человечески сделать. Вот это вот. Хэппи-нифы. Подожди, какая котлета нужна? Фантастик фол. Фол, фантастик, да, точно. Обычная говяжья. Нет, какая говяжья? Это, блядь, куриная. Уйди. Уходи. Зачем ты выключил все? Фантастик фол. Без пиклсов. Правильно? Без пиклсов. Без пиклсов же? Да, без пиклсов. Без пиклсов, самое главное, без пиклсов. Так, 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 так. Так, так. Котлет готов, нет? Котлет должна быть уже готова, она уже тут, блядь, жарится миллион лет. Что там еще нужно было? Фри-фри. А, ну все, в принципе, да? Вот это вот нужно бросить. И вот это... Я кому готовил сейчас? Слишком долго выполняли заказ. Ну, а, Тоя. Сожри, пожалуйста. Это все равно никому не нужно. Ну ладно, хрен бы с вами. Вроде ничего страшного, вроде все здорово. Вот такая вот игрушка, давайте на этом попрощаемся, потому что, ну... Хрен ли. Вроде как бы интересно, если вам понравится, то пишите в комментариях, нравится, не нравится, и будем с вами продолжать. Если... вам зайдет, будем продолжать. Если не зайдет, не будем продолжать. Будем играть другие какие-нибудь. Опасно готовить одному, возьмите Тоу. Я уже взял его, и он не особо такой помощник, хочу заметить. Да. Так что
Всем спасибо большое за просмотр, ставьте комментарии, пишите лайки. А с вами мы увидимся в других играх, в следующей серии, на стримах. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.